Привет, мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я хочу показать вам, как в домашних условиях сделать текстурную стрижку. И кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал. Присоединяйтесь, дорогие мои друзья. Видео по поводу стрижки в домашних условиях я уже делала. Там несколько способов, классных способов, как постричь свои волосы самим, без лишних усилий, затрат. В общем, легко и просто я вам рассказывала, показывала. Ссылку оставлю на то видео, можете посмотреть. Возможно, те способы вам понравятся и подойдут больше. И спасибо, мои дорогие друзья, кто написал комментарий под тем видео. Я очень рада тому, что те способы, о которых я рассказывала ранее, вам очень понравились. Надеюсь, что и сегодняшний способ будет классно дополнять ваши познания в области стрижки и парикмахерского искусства. В общем, мои дорогие друзья, для того, чтобы сделать стрижку в домашних условиях, конечно же, вам нужны хорошие ножницы, желательно, чтобы это были парикмахерские ножницы, которые, как правило, очень острые, для того, чтобы после вашей стрижки не было сеченных волос, для того, чтобы кот у меня запрыгнул на стол, для того, чтобы волос имел срез, а не слом. Конечно, нужна расческа с мелкими зубьями, конечно, нужна массажная расческа, конечно, нужны будут резиночки, разные прищепочки для того, чтобы фиксировать все волосы. И давайте приступим, мои дорогие. Первое, что нужно сделать, конечно же, это определиться с длиной, какую длину вы хотели бы срезать, какой длины волос вы можете позволить себе лишиться. Тот способ стрижки, который я вам сегодня покажу, он, как правило, предназначен для средней длины волос, для того, чтобы было более удобен процесс стрижки, я все-таки предлагаю слегка волосы сбрызнуть, чтобы они хорошо расчесывались, чтобы они не разлетались в разные стороны. В общем, слегка смочили волосы, расчесали. Расчесывать, конечно, нужно аккуратно, для того, чтобы не рвать, тем более волосы уже влажные, и, конечно же, они очень подвержены механическому такому негативному воздействию. Первое, что нужно сделать, это, как я уже сказала, давайте так подниму, как я уже сказала, разделить все волосы на зоны, то есть на делим две половинки переднюю часть. И по всей длине задней части то же самое проделываем. Разделили. Вот с каждой из этих половинок мы и будем сегодня работать для полного удобства. Конечно же, мы одну половину фиксируем, убираем, чтобы она нам не мешалась и не отвлекала. Скручиваем в жгутик и так вот фиксируем прищепочкой. Все. Начинаем работать над этой половинкой. Здесь текстурной стрижки в том, чтобы при сохранении длины была все-таки форма. Так, для этого мы отделяем челку от этой части вот таким образом. И тоже ее убираем, она нам пригодится в дальнейшем тоже. Смысл весь состоит в том, что чем длиннее вы оттягиваете от корня волос, тем длина волоса будет больше сохраненной. Тоже разделяем вот так на две половинки. Даже к челочке. И вот все, что нам осталось. Берем часть волос и оттягиваем в сторону, слегка поднимая вверх. Так вот. Ну вот, как правило, на висках волосы покороче у меня. Все это под резиночку.
так вот оттягиваем. Остается у нас вот такой вот кончик. Видите, кончик неровный, и ориентируемся по самому короткому волосу. Видите? Так вот срезаем. Сделали вот такой вот ровный срез. И чтобы форма все-таки мягко ложилась, слегка филируем вот таким способом вертикально положение ножниц относительно волос. И вот так вот слегка сгладили. Так, вот, собственно говоря, что у нас получилось. Форма лежит хорошо, длина та, которую бы мы хотели оставить. Следующее. Делаем то же самое и с задней частью правой стороны. Убираем зафиксированную вот эту часть. Отделяем челку. Начало челки должно иметь что с левой, что с правой стороны одну точку. Так, челочку тоже сюда фиксируем. И начинаем стричь эту вот часть. То же самое под резиночку. Оттягиваем в сторону. Смотрим по длине. Срезаем. Так вот слегка филируем. Затем две этих половинки сравниваем по длине, стягиваем в сторону подбородка и так вот фиксируем. Так, длина у нас получилась одинаковая. Давайте еще раз проверим. Любой свой шаг нужно проверять. Все, что вы сделали, обязательно проверяйте. Если что-то вас не устраивает, можно и подровнять. Вот так у нас получилось. И давайте теперь будем работать именно вот над этой верхней частью. Убираем все, что мы закрепляли. И также убираем это под резиночку. И вот так вот вытягиваем. Находим самую Как проверяем? Убираем волосы в задний хвост под резиночку. И вытягиваем. Так, вытягиваем. Так, что делаем с челкой? Определили вот такой треугольник.
Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить пальчик вниз. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Кто подписался, пожалуйста, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.